В Центре предпринимательства республиканской столицы прошла стратегическая сессия на тему развития отрасли народных художественных промыслов Карачаево-Черкесской республики. В ее работе приняли участие руководители трех министерств республики, бизнесмены и другие заинтересованные лица. Подробности Мурата Джанкезова. В Карачаево-Черкесии всерьез намерены сохранить, возродить и развивать отрасль народных художественных промыслов и ремесел. Стратегическая сессия проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы». Для этого объединили ресурсы трех республиканских министерств – экономического развития, культуры и туризма. Мы готовы помочь, готовы поддержать там, где нужно. Толкнуть, извините за простоту речи, но сделать все для того, чтобы вы дальше развивались, таких людей, как вы, было гораздо больше, потому что, еще раз повторюсь, каждый из вас – это история наших народов, каждый из вас – это наша любимая Карачаево-Черкесия, которая будет представлена в каждом уголке нашей страны, а еще лучше, чтобы мы вашу продукцию дальше могли и поставлять, и представлять ее за пределами нашей страны. Стратегия развития народных художественных промыслов республики предполагает их сохранение как уникальной, так и универсальной ценности, определяющей самобытность и жизнеспособность многонационального народа Карачаево-Черкесии. Важной составляющей ее нематериального культурного наследия и бесценного ресурса для развития туризма, культуры и образования. Важно то, что, вот как уже было сказано, мы могли вот этот продукт, который вы создаете, уникальный, аутентичный продукт, мы могли тиражировать и распространять, как говорится, в широком смысле. Да? То есть нам необходимо совместно выводить его на те места, где наиболее высокая концентрация туристов в нашем регионе. Это наша общая с вами задача, и мы готовы в этом, конечно, принимать активное участие. В период пандемии коронавируса отрасль народных промыслов оказалась одной из наиболее уязвимых. Если раньше проводились небольшие выставки, в основном республиканского уровня, то теперь власти намерены значительно расширить ареал распространения изделий народного творчества ремесленников Карачаево-Черкесии. Раньше традиционно это были небольшие выставки здесь, в Карачаево-Черкесии, которые больше были для специалистов, в меньшей степени для широкой публики, для покупателей. Сейчас же мы говорим о том, чтобы, объединив ресурсы нескольких ведомств и господдержку, которой сейчас много, но о ней мало кто знает, и очень важно доводить, в том числе и с помощью этой конференции, до наших художников информацию о том, как государство им помогает, всю эту информацию сложить вместе и начать конкретную работу. Участникам встречи рассказали о мерах государственной поддержки народных промыслов, о создании каталога производителей отрасли, о работе Комитета по предпринимательству при Торгово-промышленной палате. Кроме того, предприниматели получат готовые кейсы по маркетинговому сопровождению. Также для участников провели индивидуальное консультирование. Мурат Джанкезов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия.